Так, давайте я вам хочу его немножко продолжу. Вот представьте, есть проект, его кто-то разместил, ну, например, или вы просто пришли на проект, на нашу платформу, видите великолепный проект, и человеку нужно собрать какую-то сумму. Теперь, мы хоть и говорим, что это краудфандинг, но это просто сейчас для отвода глаз, чтобы не фокусировать вас на нашу модель, которая будет вообще по-другому называться. Но краудфандинг у вас в голове, потому что вы понимаете, мы по этому принципу будем работать. Дело в том, что там все просто. Человек берет свой проект, говорит, что я хочу, чтобы меня отфинансировали. И теперь, что он говорит? Он идет к своей комьюнити, к своим друзьям, соседям, делает рекламу, делает, что хочет. И он говорит: друзья, качайте платинкоиновский кошелек, заполняйте на него сумму в платинкоинах. Сумма в платинкоинах будет заморожена, но тот срок, на который задействован или на который заявлено финансирование, ну, проект говорит, я хочу там собирать, как в краудфандинге, там 3-6 месяцев и тому подобное. И когда этот срок заканчивается, то на этот срок у пользователя на кошельке просто платинкоины замерзают по контракту, по смарт-контракту, и через этот срок отмерзают. И дело в том, что если этот проект был успешно отфинансирован, то по нашему минтингу тот, кто участвовал в заморозке, получает 10% себе на кошелек, тот, кто запустил проект, он получает себе сумму финансирования тоже в форме платинкоинов прямо на биржу, которая выступает гарантом ликвидности этих монет. Значит, проект полностью осуществлен и отфинансирован. И теперь представьте, друзья, ни один платинкоин никуда не летал. Он никому не давался, не нужно никому верить, никому доверять. Нету риска потери монет, потому что они все заморожены на кошельках. И самое главное, что все довольны. Человек, который заморозил платинкоины, получил подарок. Как это в краудфандинге, тот, кто запускает проект, говорит какие-то гудисы, да, какие-то подарки. Если ты там 100 платинкоинов, там, ну, я не дам тебе там, ну, прототипчик. Если 1000, я тебе продуктик поставлю. Если 10 тысяч, там, акцию тебе дам своей компании. Ну, или там, если 100 тысяч платинкоинов там заморозишь, то вообще пожизненное бесплатное использование. Ну, и тому подобное. Я просто сейчас придумываю. И человек получил и коины свои обратно, и 10%, еще и подарок получил от проекта. А проект радуется, потому что он отфинансирован и по контракту обязан за свои продукты принимать на 10, 20, насколько мы с ним договоримся, свои продукты должен принимать платинкоин. Таким образом, мы создаем сумасшедший спрос на рынке, потому что люди, в принципе, не нужен платинкоин, но им хочется вот этот вот подарок получить, там, не знаю, бесплатно получать продукты этой компании или акцию этой компании получить. Поэтому они просто используют платинкоин как инструмент, потому что без этого не работает. Идут, создают сумасшедший спрос, финансируют проект, и потом платинкоин, когда они получили 10%, когда они получили долю от компании, когда они получили одни прибыли и ничего не потратили, ничем не рискнули, они скажут: круто, пойду-ка я поучаствую еще в одном проекте и еще в одном. И, в принципе, могут себе таким образом насобирать достаточно крутое портфолио. И в этом и есть задумка, что мы начинаем эру нового финансирования. Представьте, что у вас есть благотворительный проект, вы хотите кому-то помочь, вы собираете деньги на операцию, у вас есть крутая идея, продукт или еще что-то. Платинкоин и блокчейн Платинкоин вас отфинансируют. И причем так, что не нужно сдавать, не нужно возвращать. Мы же не банк, деньги, это же не кредит. Вы, в принципе, абсолютно все в плюсе. И ни один цент никуда не потек, ну да, не был переправлен. И все, ну, как говорится, все довольны. Тем не менее, посмотрите, что сейчас на рынке творится. Все инвесторы замерзли, венчурные фонды никуда не инвестируют, стартапы умирают, краудфандинг просто. Ну и тому подобное. И наша система финансирования, где не нужно ничего тратить и не нужно никому доверять, она просто сейчас взорвет мир. Это проект уровня Фейсбука. Вы увидите его в третьем квартале этого года. И именно на этом проекте мы сейчас сделаем максимальный взрывной рост.